классический пример, как делать нельзя. Вот эти все пни, они дадут пучок веток, это будет некрасиво смотреться. А часть начнет отмирать, и болезнь пойдет. Ну, ива растение такое неприхотливое, но это неправильная обрезка. И деревья, они все думают, что обрезка это просто, но по сути это хирургическая операция. То есть срезы должны быть ровными, гладкими, без задиров. Но здесь срезы нормальные. Они должны быть под правильным углом с учетом сокодвижения к веткам. Ну и просто пилить без перевода на ветку, это неправильно. Ну и мне кажется, что это просто некрасиво. Деревья, они, кажется, спилил и спилил. Стоит дальше, что-то там выпускает, ветки растет. Деревья, они просто очень долго болеют и умирают, не сразу. Профессионалу сразу видно, что там с деревом проблема, а просто обычные люди, они даже не замечают.